Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы с вами приготовим хреновину острую. Этот рецепт без варки. Для этого нам понадобится помидоры спелые 1 кг, 100 грамм хрена, 50-60 грамм чеснока, соль по вкусу. Я на килограмм добавляю примерно 25-30 грамм соли. Хрен, чеснок и помидоры можно измельчить в мясорубке, но у меня ее нет. Поэтому помидоры и хрен я измельчаю в блендере. Чеснок также можно измельчить в блендере, но я предпочитаю чеснокодавку. Все ингредиенты готовы, и мне остается только все смешать. Так как рецепт хреновины без варки, нужно все тщательно перемешать. Получается она очень вкусная. Приправу нужно хранить в холодильнике. И хранится она примерно 3-4 месяца. Я надеюсь, что ролик был полезный. До новых встреч. Пока-пока.